Влад, как вы попали играть в группу «Адовый мужик» на бас-гитаре? Случайно. В смысле случайно? Выхода не было. Тебя заставили? Нет, я сам пришел. Сам пришел. Думаю, ну как, нравится? Ну, думаю, ну я бы поиграл бы. Ну ладно, ну на чем еще можно поиграть? Ну, только на бас-гитаре, да. Отлично, отлично, это Влад. Все. Вячеслав, Вячеслав, здравствуйте. Как вы попали в группу «Адовый мужик»? Нравится ли вам там? Я мимо проходил, попросили поиграть 3 аккорда. Я сумел, и мне взяли. Да ты что, не может быть такого. А потом сказали, учи 4-й, 5-й, короче. Да кого там, 22 аккорда в песне. Я чуть-чуть сошелся. Павел, а вы тоже Павел, Павел, в рот. Как вы попали? Солнце, давайте чуть отойдем, потому что я вообще сейчас ослеп. Как вы попали играть в группу «Адовый мужик»? Случайно. Тоже случайно, тоже играли 3 аккорда. Да, 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 да. Играл 3 аккорда. Меня вообще привел сюда тот. Иди сюда, Ленин. О, Владимир вот, Ильич, я тебе дам, Ленин. Блядь, я тебе сейчас дам, Владимир Ильич, нахуй, пошел, блядь. Лысая падла. Лысая падла. Атос, скажите, как вы привели Пашу в группу «Адовый мужик»? Лысая падла. Блядь, я помню только смутно гараж и 2 гитары наши. И там, в общем, происходило подключение шнуров, которые мы распилили на 18 частей. На 6 частей. На 6 частей. Да, да. 18 это. В общем, от шнура остался вот такой кусок, который хватило только в магнитофон воткнуть. И потому что все остальное. Ну, не с той стороны начали. О, кого я вижу, а это не ваш сотрудник. Семёныч. Алёша Поебюров. Алёша Поебюров. Семёныч, как работа, как питон. Охуительно, охуительно. Все заебись. Завод, хуяри. Всё хорошо. Сейчас на пилораме. На пилораме. Очень охуительно. А тяжелую музыку прилюбливаете, да? Ой, да, да. А как ансамбль «Берёзка». А как вы устроились танцуристом в группу «Адовый мужик»? Чего-чего? Как вы устроились танцуристом? Ой, да не помню, пьяный был, блядь. Тоже по пьяни, все по пьяни происходит. Ну а как, еще «Адовый мужик», он и есть «Адовый мужик», чтобы по пьяни туда устраивается, блядь. А вот этого парня вы не знаете, тоже говорят по строительству у вас. «Адовый таджик». Кролик, ой, заяц. О, это басист группы «Залп» же у нас, да. А где Виталий Николаевич? Пизда. А Виталий Николаевич не дожил. Не дошел. Я бы матом не ругался. Ну да, страстная. Кстати, вот тут это вот забери у него костюмчик. Хорошо, хорошо. Спасибо за хорошее. Забудь. За содержательное. Свадьба, ёпта. Свадьба моряка. О, это наш наизвестнейший панк. Снегирь, Снегирь! Ну еще с ним поженись! Скажите, Володя, Володенька, как вы относитесь к группе «Адовый мужик»? Это достойная музыка? Это «Адовый удар»? Возьмите Семеновича под руку! Если бы она была не «Адовая», я бы здесь... Вот зеленая курточка у вас! Ты мне скажи, они тебя опаивают, опаивают! Меня опаивают кирлус и разувают меня! Ботинки вот тебе новые подарок дали! Возьмите, Виталик, Виталик, Виталик. А это у нас бас-гитарист группы «Система зажигания». Пойдемте, сходим к тем ребятам. Там какое-то серьезное интервью идет у них. Ну-ка, давайте поинтересуемся. Володя, здравствуйте. Как вы попали драмером в группу «Адовый мужик»? Я знаю, его изначально из деревни Долбилова приехали. Мне позвонили, я пришел. Да? Долбил. Сказали, надо подолбить немного, я пришел. И начал долбабашить. Здесь у нас, о, по электронной музыке человек с ведением занимается, серьезное лицо сделал. Мастерингом, наверное. Мастерингом. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Да. Слава сведению. Вы шалом. Как-то уже сюда попали, вы вроде шалом. По музыке по другой, по попсе. Да, вы знаете, жизнь такая. Везде сегодня надо здесь, тусануться, сегодня, да? Там. Понятно. Я люблю просто «Адовый угар». Все, понял у вас. А дай-ка у ребят с микрона спрошу, как они сюда попали. Ребят, вы как попали-то сюда? В эту тусу нереальную. Еще, блин, с революцией и с Лениным и все такое. Нас ребята пригласили, да, немножко припухнуть. Ну и мы решили поучаствовать немножко. И мы решили спиздить гитару у Славика, да? А, так вас Славик привез? Ну как, все нормально? Вам все понравилось? Все отлично? Нет. На микрон пешком пойдет. Бля, что происходит? Нам не впервые. Ну ладно, бля, с нами микрон, батя и мать Симаха. Дороги подсохнут. Вот такие чудеса. Сейчас начнется матросский танец «Яблочко». Тим-тим. Я себе Васлов, ты чего? Я хочу пару серьезных лозунгов.
флот. Северный флот! Аврора ведет! Аврора вперед! За революцию! Поднимем! Вот так вот шутками и прибаутками встречает Пасху трудовая молодежь! Северный флот! Аврора плывет! Дорогу Пасхи! Братан, вперед! Великому Ура, блядь, революция!